Я не виновен, клянусь, я думал, мы друзья. Вроде как его жалко, с другой стороны, он такой подозрительный, что мне невозможно не подозревать его в убийстве. А еще спустя годы были найдены новые улики, так что было доказано, что Чарли обвинен ложно. Оу, щит! Пишет? Сал, сори, братан, пожалуйста, не вини себя. Что? Простить за что? О чем ты? Мое время пришло. Только попробуй что-нибудь учудить. Слишком поздно, меня скоро не станет. Так! Ларри, остановись, пожалуйста. Расстебаться, Ларри, это не смешно. Эй? Ларри? Он просто мне отвечает теми же буквами. Возьми трубку. Ну же, Ларри, возьми трубку. Только попробуй не ответить. О боже, Ларри. Текаю за Ларри! Идиота! Смотрите, мы в дождь ночью бежим к Ларри. Несмотря ни на что. Best friends. Так, ладно, вернемся. Это надпись «Бог видит все». Она становится еще более жуткой при таких обстоятельствах. Внутрь, внутрь, быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай. Ларри? Ларри? Где он может быть? Комната Ларри. Где ты, черт побери? Полюбасу он в домике. Что там было? Что там было? Нет. Я не могу орать, мне страшно! Ларри, что ты натворил? Ларри, почему? Что он натворил, скажи мне? Это плачет. Парень. Или не плачет, как будто задыхается, или плачет. Что-то среднее. Что за... Что только что? Ларри! Кажется, Розенберг кто-то как-то нам помогает. Я так долго торчал в этом гребаном домике. Да всего несколько часов прошло с тех пор, как ты... Ты чертов мудак! Как ты мог так поступить? Почему ты меня оставил? Почему? Прости, чувак, серьезно. Но время поджимает. Роз сказал, что культ уже здесь, и их необходимо остановить сегодня. Будет тяжко. Поверить не могу, что это происходит. Не могу поверить, что тебя больше нет. Пошли, Сал, дерем жопу этим идиотам. Он застрелился, поэтому он там стоял мертвый. Так вот, что он имел в виду, когда говорил, что собирается уехать. Какой ужас. Приношу свои извинения, милый друг. Я был несколько не в себе и многим причинил боль. Теперь все кончено. Почти. Боюсь, осталось последнее задание. Отвратительное, страшное задание. Каким бы оно ни было, я его выполню. Все что угодно, чтобы остановить ты навсегда. Ты должен убить всех, кого запятнала тьма. Ты сейчас серьезно, или ты просто шутишь, или ты... Но... Это же все жильцы здания, моя семья, мои друзья. Мы изгнали тьму из их душ, мы их уже спасли. Боюсь, их невозможно спасти, Сал. Слишком поздно. Их души были уничтожены. Если тени не сдержать, они просочатся сквозь щели и угаснут многие тысячи других жизней. Мое сердце болит за тебя. Я знаю, что ты потеряешь все, как потерял я много лет назад. Я не смогу этого сделать. Пожалуйста, не заставляйте меня это делать, Терренс. Выбор за тобой. Я знаю, что эта ноша неимоверно тяжела, но также знаю, что ты примешь правильное решение. Я... Нет... Нет! Нет, я тебя не пущу! Даже не думай, понятно? Ты уходишь отсюда! Уходи! Нет, я не дам тебе взять нож! Нет! Ноу! Ноу! Ноу-ноу-ноу! Как там еще можно сказать? Нет, на других языках мира, на всех! Нет, Сайл!
Салли, дорогой Салли, ты что, готов всех убить? Ты готов убить всех родителей, всех своих знакомых, всех? Ты издеваешься надо мной? Эдисон прав, Сал. Ты должен это сделать. Мне ужасно жаль. Другого пути нет. Убить миссис Гибс. Нет. Салли, боже мой, одумайся! А он не идет дальше. Ужасная игра, она мне больше не нравится. Не так все должно закончиться. Мне что-то не здоровится. Поможешь мне зайти в квартиру? Сал? Вот, вот он убивает всех, кого видит. И вот его обвиняют в этом. В общем... Нет, уйди, уйди, уйди. Ты собираешься убить родителей собственного друга? Ты зачем? Салли Крамсалли, ты не видел нашего Тодда? Нам нужно поговорить с ним. Ужас. Привет, чел. Рад, что ты решил вернуться. Ну, теперь-то мы зажжем. Ужас. И вот... Он просто... Не знаю, мне кажется, он реально... Мне теперь кажется, что он реально просто сходит с ума. Он сам все себе это придумал. И он настолько сам свою собственную выдумку подумал, что... Он решил, что это правильно. Он теперь ничем не лучше того самого культа. Ну и вот и за что. Здоров, Сал. Ты как? Норм? По-моему, тут что-то странное творится. Я просто не знаю уже, как это комментировать. Я просто... Я не могу... Нет, только не сода, ради бога! Соду за что? Да и Пыха, в принципе. Да и всех остальных! Убить Пыха и соду. Теперь можно покататься у тебя на плечах? Жесть. А его... Вот, блин... Чё, как, братишка? Выглядишь дико уставшим. Все путем. Слишком тяжело. Я не могу. Ну, блин! Ты сам уже хоть понимаешь, что творишь? Мне кажется, он просто неадекватный. Вот в чем вся проблема. Его в психушку, в суд и там, не знаю, что еще придумаете. Собственных родителей убить. Нормально. Нет, я не одобряю этого. Вы не думайте, это был сарказм, ирония, там чушь. Шутки. Убить родителей. Привет, дружок. В холодильнике осталось немного лазаньи, если ты проголодался. Знаешь, возможно, я говорю это не так часто, как следовало бы, но я тобой горжусь, Сал. Ты прошел долгий путь, и я знаю, что порой было нелегко. Я смотрю на тебя и восторгаюсь мужчиной, которым ты становишься, и у тебя большое будущее, я уверен. Я люблю тебя, приятель. Что-то не так. Я потерял сознание в домике на дереве, а очнулся в храме. Они меня связали. Там было что-то еще, кажется, демон. Они сделали надрез и взяли у меня кровь. Ничего себе надрез. Потом я услышал какой-то громкий звук и снова потерял сознание. Когда я пришел в себя, они уже ушли, а меня развязали. Мне нехорошо, Сал. Кажется, я умираю. Опять скример! Нет. Настоящим я приговариваю Сала Фишера к смертной казни. Нет, вы не можете так поступить. Он болен, ему нужна наша помощь. Порядок, порядок в зале суда. Боюсь, ты опоздала, дорогуша. Его сейчас пристегивают к стулу.
Остановитесь, он говорил правду, у меня есть доказательства, прошу. Вы должны остановиться, просто посмотрите на то, что я нашла. Эй! Эй, остановитесь! Нет. Нет! Можно впадать в депрессию. До свидания, все. Время смерти 18:33. Сал, боже, нет. Моррисон. Чего? А... Я забыла, что он всех убил! Мне теперь еще больнее стало. Я вспомнила, что он убил всех. Это... Господи, мне теперь так плохо, ребята. С чем я вообще начала играть? Сал Фишер. Пообещай, что все будет в порядке. Пообещай, что не растворишься. Еще один грустный момент. Обещаю. Столько воспоминаний с этим домиком связано. А где рядом отель? А ты же вообще недалеко был. Я возвращалась к сожженному дереву несколько недель подряд. Ларри, больше нет. Я вас здесь не брошу, не могу снова потерять друзей. У нас нет другого выбора. Эй, ты! О-о-о-о! Что тебе надо? Черт, стоп! Я узнаю этот голос, кто ты такой? Выйди. Это же что за фигня? Это не Трэвис. Это его батя, я надеюсь. Батя, блин. Это же сказала, что отец батя. Я настолько разочаровалась. Ой, да я не плачу, если что. Но я очень расстроена. Сейчас я реально заплачу какой-то. Господи. И там, где твит Трэвис стоит. Скотина! Сал, это ты? Ой. Ты кто? Это Ларри! Не говорите мне, что это Ларри. Нет, не говори. Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Что произошло? Когда сгорел домик на дереве, я оказался в пустоте. Ох, чувак, как же долго я там бродил. Очень долго. По тебе заметно, зато борода классная. Блин, нельзя хотя бы два... Я тебе не позволю! Я не удивлен, что ты предал нас. Ты всегда был для меня разочарованием. И тебе туда же, мудозвон грёбаный! Ты знаешь, что не остановишь нас. Минус Трэвис! Ребят, просто хочу, чтобы вы знали, как много вы для меня значите. Я вас очень сильно люблю. Мне повезло, что я был с вами знаком. Я очень рад, что смог снова с вами увидеться. Мы тебя тоже любим, Ларри. Ты в порядке? Простите, у меня осталось совсем мало времени. Ларри, я не думал, что будет так страшно. Мне бы еще чуточку пожить. Все умрут, похоже. Что? Нет, куда он? Он не может с собой уйти, он только что к нам вернулся. Это был Ларри. Ага. Может, мы с ним еще увидимся? По ту сторону небытия, если оно существует. Все умерли. Спасибо за игру? Что значит спасибо за игру? Конец. Получено достижение конец. Это конец, ребят. Не знаю, что я чувствую. Такое...
какое-то разочарование в этой серии, в этой главе. Не потому что плохая серия, серия очень крутая, просто все развернулось немного не так, как я хотела, вот и все. Спасибо, что смотрели со мной и проходили со мной, Салли Фейс. Я пошла плакать. Всем пока!